А это уже на глухую, да? Ну да. Вот там мужичок он ловит. Здорово, уже 3 штуки поймал, пока вот стоял. Наверное, где-то на протяжении, скольки, 5 минут 3 штуки вытянул. Ну, правда, небольшие. Платвичка, 2 густерочки. С прикормкой вон стоит. Я уж собираю. Вот. С прикормкой, да, что дашь, то и возьмешь, как говорят. Нет, вот он ловит. У него уже такие. А? У него такие. Ну, вот с ладошку. У меня побольше. У вас побольше? Ну-ка. Там по килограмму каждый. Да нет уж. Да нет, да ну. А, нет, вообще-то там. Ну, ну-ка, будьте добры, выйти, а я погляжу. Ух ты, вот это да, ну, это да, это уже прилично, да, это уже хорошо, это уже. А с утра стоите с скольки часов? С 2-3? Да, к 2 часам приезжаю, чтобы место занять. А, ну понятно, тут клевое место, да, оказывается? Ну, тут еще от прикорма тоже зависит. А чем прикормите? Да это у каждого своя прикормка, что покупаешь в магазине. Нет, это понятно. Если он это как его овсяная какая-то крупа с чем-то смешно. Там он, гляжу, у него и эти какие-то, знаешь, эти бокоплавчики сушеные. Угу. Ну а что гораздо. Угу, гляди-ка. Ну. Ну килограммчик, наверное, где-то 4-5 будет, да? Где-то так, да, прилично. Потому что я вижу. Угу. Я сам любитель, в принципе, рыбалки-то. А сегодня просто вышел на очередной репортаж сделать. И на него, может, ночи не падает. У меня прикормки нет, все толку стоит. Ну, сегодня ветерок северный пошел вон. Утром, утром нормально было, штиль, да? Оттуда. А? Утром оттуда был. Ну, это южный был, а вот да. Сейчас северный пошел. Сменился. Он вчера должен был быть. Северный? Да. Северо-западный. И пасмурно целый день. А было солнечно. И сегодня тоже пасмурно. И северо-западный. А он только сейчас вот начался. Обычно в пасмурную погоду хорошо ловится. Как раз лещевая погода. Угу. Да. А здесь обычно вот до 9, до 8, до 9 и все. Да это понятно. Ох, гляди, что он зацепился, что ли? А, зацепил. Я думаю, тащит, а он зацепил. А так поздно приходишь, ты ночью приходишь, только незаметно. Ну вот сегодня только вот один клюнул ночью. Это еле разглядел, смотрю, мотается его. Угу. А так в ночь ты в основном не зовет еще. Только с рассветом. Нет, ну. А и встать некуда. Вот придешь позже, все. Махом все занято. С вечера занимает. До утра. Ну, тут видишь, тут разные мэты, как его. Эти, как его. Яма. Да. Тут вообще ракушечник, особенно там дальше. Там глубины хорошие. Все, сматывайтесь. Да. С утра с самого стояли? С утра стоял, только толку никакого. Че, ничего не поймали? Или поймали что-то? Одного подвесика поймал, да. Вон тут мужичок поймал, вот рядом, вон с вами, я вон. Видел. Батюшки, у него там, знаешь, килограмм 5. Угу. Килограмм 5 он набудзал. Ну, смотря, значит, какие места тут, да? Да, приманка. Ну да, приманка. А вот, кстати, раньше вот не было вот такого, чтобы вот, например, с какими-то вот приманками ходили. Просто раз пришел, есть наживка червя-парыш там, и все, да? И ловишь. Раньше рыбы много было. Вот, а сейчас ее мало. Сейчас, и вот сейчас, хитрее, наверное, мне кажется, стала рыба. Раньше она не хитрая была, а сейчас хитрее стала. Она сейчас стала разборчивая, рыба-то. Разборчивая в этих, в
приманках, подкормках. Очень странно. Вы тоже на глухую ловили, да? А? На глухую тоже ловили или на фидер? На фидер. На фидер? Она уже не знает, что и есть, да? Да. Разборчивый, я говорю, она стала. Мне понравится, тому и клюет. Ого. Да, он хорошо. Вон опять, наверное, тащит, нет? Не знаю, все. Что-то или вынимает, или сматывается. Ну все равно хоть не пустой, да? Хоть что-то маленькое есть и хватит. Я вот заметил вообще такое поведение рыбалки на Оке. Вот с утра только приходишь, где-то часов до 9, до 10 пускай, все, больше там делать нечего. А вот на Волге я, кстати, это самое, наблюдал такую картину. Вот приезжаем на Волгу рыбачить, и вот прям с утра и до ночи лови, 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 лови. Там, во-первых, там чихо не очень много. Рыбы больше там намного. Вот. У меня вот жена вот прям, это, чихонь на резинку, прям, я уезжаю ловить леща там куда-то на фарватер, а она у меня на резинку дергает чихонь. Прям целый день, целый день. Это прям вообще отлично. Много, она голодная, везде не а здесь что-то вот на Оке у нас, или не то ли у нас все проходы сетями перегораживают. Чего ли, я не знаю. Тут она закормленная. Или вообще действительно слишком закормленная. Видит в определенное время поезд и опять. Ну у нее есть определенная еда. Определенное время, где она это жирует. Ну ладно, всего хорошего. Ага. Вам тоже. Вот довольно-таки чистое вообще место, мне нравится. Вот я зашел в эту рощу дубовую возле Дзержинского затона, который находится. И довольно-таки мне понравилось, что место прибрано, убрано после отдыхающих. Все убрано. Не знаю, сами ли отдыхающие убирали, или после них кто убирал. Но очень все хорошо. Мне вот это нравится. Вон единственная пластиковая бутылочка лежит. Вот. И больше ничего. Поглядите, какая красота. Может быть, люди стали понимать то, что нельзя мусорить и гадить. И вот поглядите, наглядный пример. Вот голуби. Питаются какими-то небольшими отходами. Вот. Вот. Ну вот мангалку вот кто-то оставил. После очередных шашлыков оставили мангал. Ну что ж, кто-то воспользуется им. Этим мангальчиком. Вот. А так все хорошо убрано. И все отлично. Очень прекрасно. Даже я скажу. Правда, чернота вот от этих вот костров кругом, конечно. Было бы место, отведенное специально, где жарить эти шашлыки, еще бы. Вот. А так вот опаленные места такие, уже невзрачно смотрится. Вот. А так все отлично. Поглядите-ка. Значит, народ-то может быть тут действительно добросовестный, после себя убирает. Так, наверное, я думаю. Если все хорошо и чисто убрано. Гляди-ка, порядок. Вот, приветствую я это. Хорошие места. Отлично, все.
честь по чести убрали и все. И нормально. Слава Богу. Ну вот так держать. Дай Бог, чтобы так всегда было. Не мусорили, ничего. Сегодня я на очередном рейде Дзержинского затона. Пришел просто прогуляться очередной раз. Вот. Уже встретил немало людей, рыбаков, которые уже что-то поймали. Сейчас направляемся к очередному товарищу. Ловит тут, наверное, с утра. Может, только что пришел. О, гуляет рыба. Лещится вовсю. Понятно. Здравствуйте. Как? Да никак, мало вам. Ну, мелочь, клейка. Вон там вот я был. До вас вот пока шел. Значит, это товарищ один поймал около 5 килограмм леща. Леща? Да, 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 леща. Вот. Ну, там есть всякие, и, наверное, с килограммчик там. Одна рыбина-то была, я видел, он мне показывал садок. Вот, и это, а так поменьше, ну, по пол, может, кило там, грамм по 300, там, по 400. Вот, ловит, ловит, не, поклевывает. И я хочу сказать, вот, ветер-то утром был южный, а вот сейчас сменился северный стал ветер. Севера, так, север какой у нас? Северо-восточный вроде, да? Если я не ошибаюсь. Северо-восточный. А вы давно тут или только что пришли? Я в 7 пришел. А, в 7 часов пришли? Ага. Я гляжу, вода-то это самая светлая, чистая, да? Еще не такая, я сказал бы, грязная вода-то в затоне. Хорошо. Прям вот, вот прям просматривается уже вот несколько метров уже просматривается дно. А то вот раньше какая-то была все-таки это мутная, да? Или это пока будни, никто ее не взбаламутил? Да, это купаться будет. Да, народ. Ну сегодня попрохладней. Я бы не сказал, чтобы было жарко. Попрохладней. Нет таких этих. Много желающих, чтобы купаться, там чего-то я не вижу, вот. По крайней мере, пока не видал, кто-то купался. Гляжу, вот пришли, он кое-где, он загорают люди. О. Вон, глядите, как гоняет. Или окунь, или щучка, да? Гоняет там вон. Всплески есть, есть. На червя? Да вон, а как? На мандулу. А, на мандулу. Здесь ловлю. Угу. А на червяка, говорит, не клюет, не знаю, вот много сидят. Но... Ну, на червяка окунек ты должен брать. Если он тут входит, окунек-то. Я уж вот с этого, как его, с июня месяца не рыбачу. Во! Во! Вот и все. О, шпроты! Шпроты делают. Шпроты! Кстати, вот из уклейки у меня один товарищ делал такие отличные шпроты. Прям он меня угощал. Прям вот знаешь, объедение. Объедение. Понятно. Ну ладно. Давай. Удачи, всего хорошего, ни хвоста, ни чешуи. Ага. Вот один очередной улов произвел товарищ, вытащил клейку, так скажем, на шпроты. Вот идем вдоль затона, по бережку, вдоль густой травы. Вот такая у нас природа в Дзержинске, все отлично. Уже соловьи не поют, отпелись, август месяц, сегодня 9 августа 2017 года. Вот иду, гуляю.
вдоль Дзержинского затона. Старая пойма затона, вот это вот, старая пойма затона. Вот. Старая пойма затона. Красивые места все-таки у нас в Дзержинске. Все равно, что и не говори. Отлично, солнышко светит. Прекрасно. Вот. Ну, пойдем наведаемся, как что там кто ловит. Поглядим. А вот тут вот застоялая грязь какая-то. Что-то непонятно. Застоялая грязь. Видно прямо ее. Солнцем отражается. Что это такое, конечно, непонятно. Какой-то вот отстойник. Прям-таки все сюда вот сгущается. Вся пена вот эта грязная. Вот. Что-то непонятно здесь происходит. Уже тут все зарастать начинает. Потихоньку-потихоньку. Затон начинает сужаться, зарастает. Вон. Тут вода уже мутная. Правда, вон мальки. Вон мальки еще. Мальки плавают. Вот, погляди-ка, малечки плавают. Сейчас подойдем к протоке. Все, нарыбачились, да? Поймали что-нибудь? Да ну ладно. Да вот там товарищи поймали при мне. Где? Вот вытащили вот здесь. Ну ладно. Ну понятно. Не надо его, не держи, у меня веревка длинная. Он сам потонул. А не поплыл, нет, достаточно. Я пускай я покажу. Вы что, тут кораблики пускаете, да? Да. А? Да. Он отвязался, Саня! Я обратно плывет, смотри, кругом. Ну все, мне думаю, что взять. Привязывай. Здрасте. Поймали? Это, ну-ка. Жерех небольшой. Ага, ну дай-ка я его сниму. Так, ага. Нет, погоди, это, наверное, судак. Нет. Жерех? Жерех. А, да, жерех. Дядя, жерех. Вы видео снимаете? Да. А куда? Я снимаю независимый этот самый народный репортаж. А куда снимаете? Я в YouTube выкладываю, а в ВКонтактные сети выкладываю. Как канал называется? В смысле? Ну, в прямом, канал. Ваше название канала. Да не канал, это через ком дает, короче, в интернет. Нет, канал. Нет. У меня на Ютубе своя страница есть. А как она называется? Не как она называется. Я именуюсь в соцсетях Алексей Доктор Леший. Алексей Доктор Леший. Да, вот там вы найдете все мои работы, съемки, все. Когда вот это видео выйдет? Наверное, скорее всего, сегодня или завтра. Хорошо, спасибо большое. Вот. Давайте я вот... Да. А как вас величать? Представьтесь. Меня Женька. Ага, Евгений, очень приятно. Это вот первый у вас улов? Нет, вон, да. И еще что-нибудь поймали, вон, да? Один лов, ага, да. Ага, ага. О, прекрасно очень. Ну все, поздравляю вас. С уловом, поздравляю. Ага. Я даже 4 года первый раз. А, первый раз? 4 года на рыбалку приходил. Ага, ага. Давай фото я сделаю, погоди. Ага, пошел. В дальнем плавании судно ушло. Саша, отпустил его. Во. Отпустил? Да. Ага. Все. Пошел. Минуточку. Ну что, давайте представьтесь. Канал? Как величать вас? Я Павел. Медведев Александр. А? Медведев Александр. Медведев Александр. Да. На Ютубе я записываю. Так, тебе Саня как? Саня Купаев. Ага, понятно. Вот. Погоди, давай я с тобой вот лично поговорю. Медведев Александр, да? А, если не секрет, и если, значит, я могу с тобой поговорить о чем? Может быть, я или ошибаюсь, или что? У меня в недалеком прошлом
здесь. Друг Медведев Павел такой. Он тебе родственником приходится или нет? Медведев Павел. Нет? Нет. Нет, да? А если так скажем, Светлана Медведева? Светлана Медведева. Нет, тоже нет, да? Значит, однофамильцы просто, да? Ага. Я нашел вас. Нашли? Рыбак на Дзержинском затоне, всем женщинам посвящаю. Да, да, да. Мне это интересно, вот. Утренняя рыбалка на затоне. Пиши, пиши, чай. Подписывай. 2:09. Поставь это, чтобы видео было. Колокольчик. Ставьте свои отзывы, все прочее. Вот. Ну ладно, очень приятно с вами было познакомиться, ребята. Ага, вот. Я пойду дальше на съемке. Вот. Так что... Итак, возвращаемся уже домой. Вот этими дебрями я прохожу. Как мне объяснили, значит, купальной зоны тут нету. И остального тут не должно. Почему? Непонятно. Когда жара, когда тепло. В выходные народу, говорят, тут уйма. И купается, и все. Обустроят здесь набережную дальше для купаний, для всего, почему, неизвестно. Да, такие вот дела. Вот посмотрите добавку на эту лавку. Одна единственная лавка стоит такая, еще не сломанная. Как она уцелела, неизвестно. Но все-таки стоит лавочка для отдыха. Единственная лавочка для отдыха стоит. И все. Ну, естественно, тут пивные банки, бутылки, склянки. Все прочее. Вот. Вторая лавочка сломана уже. Осталась только одна конструкция. Основание. Самой лавки нету. Отодрали или сожгли на дрова, ушла она. Все. Больше ничего. И вот растет еще вот этот чертополох. Растет. Около этой сломанной лавки. Чертополох растет. Во. Вон шмель копается. Собирает нектар на нем. Во. Все. Больше ничего. С прошлого года что тут было, так и осталось. Ничего не сделано. Буераки, ямы, все на свете, все вот эти заросли, вот так вот у нас выглядит до сих пор набережная. Показуха только наверху, что сделано наверху, значится, остальное не касается никого. Никого тут ничего не касается. Кругом дебри, кругом банки, склянки и все прочее. Вот так выглядит у нас набережная. Нижняя часть набережной, так скажем. Заросли кругом, все зарастает и больше ни черта. Вот так вот. Охренеть вообще уже. С ума сойти. У нас что? Для галочки только верх, что сделанный, и больше ни черта. Вообще, абсолютно
наплевать. Самое натуральное попустительство наших дзержинских властей. Самое натуральное попустительство наших дзержинских властей. Вот, дебри кругом, заросли. И больше ничего. Ничего хорошего. Все зарастает. Черт знает чем. И больше ничего. Да. Весело живется в Дзержинске. Весело. Очень весело. Ну что, скоро в недалеком будущем так и лес тут вырастет. Нижний, Окской набережной. И все. Для чего вся эта площадь зарастает, непонятно. Может быть, здесь хотят какой-то заповедник сделать на этой площади. Черт кто знает. Скорее всего. Потому что если тут ничего не делается, ничего не оккультуривается, значит какой-то будет зеленый заповедник. Ха-ха. Вот так вот. Все перекладывают друг на друга эти вещи, кто может сделать. Кто это сделает. И так вот это идет. Перекладывание ответственности друг на друга. Все, вот тут все разрушается, все ломается, все. Вот такие вот дебри мы наблюдаем в нижней части Окской набережной. Вот, пожалуйста. Дебри. Одни кругом дебри. Больше ничего. Кругом одни дебри. У нас только могут показывать одну показуху дзержинское телевидение. Одну показуху могут показывать, больше ничего. А вот сюда, чтобы дойти, и тут вот все обозримо взять. Нет, что ты. Лучше снимем город спорта, лучше снимем наверху, что украли. Аварии Кулаков Сергей у нас приручен снимать. Больше ничего. Вот лодочные станции, пожалуйста. Хорошо, Любота. И только. А наверху, черт тебе знает чего. Вообще пора расформировать все дзержинское телевидение. Репортажи никчемные у них. И вообще никакой сути. Одна только показуха, которая управляет этой телекомпанией какой-то дядя. Дает, что надо снимать, что не надо снимать, какие репортажи выставлять, какие нет. Вот и все. А вот то, что вот это вот творится из года в год уже. Уже из года в год все зарастает, и все. И больше ничего. И дорога вся убитая. Вот так. Ну все, пока-пока. Всем пока.
смотрите в соцсетях мои репортажи. С вами был Алексей Доктор Леший.